Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Утро 3 мая 2024 года. Республика Мариэл. Посмотрите, что творится весной. Получается зима в первых числах мая. Рябчики императорские, как их только жалко. Посмотрите, сколько снега на их красивых зеленых верхушках. Весь цветник в снегу. Нарциссы, конечно, уже пропадут. Тюльпаны, не знаю, выдержат, не выдержат. У нас сегодня ночью было минус 3 градуса мороза. А вот децентра великолепная. Посмотрите, листья совсем поникли. А это чеснок. Весь в снегу. Думаю, что чеснок должен выдержать мороз минус 3 градуса. Тюльпаны, очень жалко тюльпаны. На даче у меня тоже самое творится. И на даче цветы надо проверить, посмотреть, что с ними станет. А здесь около дома тюльпаны красные. На снегу, конечно, вид красивый, но печальный. Здесь, посмотрите, вишня вся в цвету. И, конечно, этот цвет уже не выдержит минус 3 градуса мороза. Малина, здесь рядом цветет и слива, а это еще нарциссы вдоль дома. Посмотрите, какие уж тут теперь цветы. Конечно, они не восстановятся. Весь цветник, все цветы, я думаю, большая часть пропадут. Дельфиниум не знаю, как переживет минус 3 градуса мороза. Посмотрите, целые шапки снега. А здесь мускари, только виднеются чуть-чуть. Спасибо за внимание.